Покажу этот момент по особому делу. Разберитесь, расслабьтесь. Я вам сообщаю, что в отношении вас возможно уголовное дело. Получается 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Получение взятки. Вот. Сейчас мы будем проводить в этом кабинете обыск, о чем вам будет объявлено постановление. Вы ознакомитесь. И достаточно, что у вас находится.